Какие планы на ближайшие 10 лет? Ездить на мотоциклах и ездить на мотоциклах. Купить много мотоциклов и иметь много мотоциклов. Все. А много это сколько? 2, 4, 10? Нет. 4. Умноженное на 10. Расскажи о мотоциклах, какие они будут? Всех видов. Будьте здоровы. Спасибо. Кроссовые, спортивные, эндуро, хард-эндуро, дорожники. Ну и, разумеется, пару макси-скутеров, начиная от 250. Это какой-нибудь Skyway. Нет, Skyway лучше 400-ку. И Хондочку 650. Говорят, для семьи автомобиль все же нужен. Что насчет авто? Есть. Будем ездить на «Жигулях» до скончания времен. Последний «Жигуль», который останется на планете, будет моим. Не кривляйтесь. Я суперсос, Бубертат увидел мир. Всегда хотел так сделать.